Добрый день, уважаемые друзья, с вами Владимир Добров. Отправляемся на второй день претендентов. Прекрасная партия Гиря Ван Хао, вашему вниманию, и мы начинаем. Итак, накануне Гиря играл ничью с непомнящим, а Ван Хао быстро сделал ничью, особо ничего не показывая денележением. Скорее всего, расписали ничью, но это уже не имеет значения. Подобные ничьи сказываются на следующих партиях практически всегда. Ну и так получилось, что и Ван Хао, и Дин Лежень провели партию из рук вон плохо. Отмечу, что у шахматистов из Поднебесной этот турнир крайне неудачно складывается. Итак, было очень интересно, что же приготовили ребята за один год. И сбегая вперед, могу сказать, что то, что приготовил Ван Хао, не лезет ни в какие рамки, можно сказать, что же он приготовил, большой-большой секрет. Ну а Гиря, безусловно, вышел на большую игру, на победу и разыграл каталонское начало. Мы видим основную ветку с ДЦ. Ну, чаще, кстати, можно отметить, что черные часто дают шаг на b4, возвращается на e7, заманивая слона на d2. Но так или иначе, часто позиции приходят к одним и тем же. Итак, вариант a6, a4. Один из самых головных вариантов. И ход слона f4. Часто играют слон g5, то есть слон f4. В общем, два хода, которые основные в этой позиции. Слон d6. Черные пытаются разгрузить центр, немножко подменять фигуры. Но в этом случае у белых образовывается так называемый костяк. Мы видим вот эти вот пешки прекрасные, которые обеспечивают контроль над полем e5. Впоследствии костяк чем хорош? Он где-то может и устраивать какие-то таранные идеи, связанные с ходом f5, скажем, где-то в миттельшпиле, в эндшпиле. Также в некоторых ситуациях открывается линия g, ну а у черных появляются что? Сильные поля. Ну, прежде всего, это поле b4. Итак, конь a6, конь e5. И вот сейчас мы поговорим об этой позиции коротко. Что можно сказать? Вот эта позиция уже встречалась на практике. Да, конь e5, слон g2, король g2, c6. То есть вот это вот стандартная, так что ни на есть, позиция классическая. Гиря у нас классический советский шахматист с мощным пониманием позиционным. Ну а Ван Хао сложно окрестить, насколько он хорош. Но вот этой партии он играл выше всяческих похвал в кавычках, потому что то, что делал Ван Хао, никогда не повторяйте без присмотра родителей. Посмотрим сейчас, что происходило. Итак, после хода c6 у черных образовались, я говорю, ряд полей, у белых своя игра. И в этом случае, смотрите, сделал ход гиря h3. Ход, безусловно, полезный, то есть он обеспечивает королю поле h2, прикрытие. В некоторых случаях можно перестраиваться, как я уже сказал. Ну и черным нужно определяться с планом. Какой план, кого куда переводить. Ван Хао здесь сделал два совершенно... Ну, если первый ход еще можно как-то объяснить, то второй ход, конечно, который он сделал, ну, это ни в какие ворота не лезет. Ну, честно сказать, даже шахматист уровня мастер не придумает подобное. А именно, он сделал ход ферзь b6, ход это еще ничего, но в целом, наверное, сомнительное положение ферзя здесь на b6, ферзь c2 и сделал ход c5. Совершенно ужасное решение, которая позволила белым за бесплатно получить поле b5. Не для того играли черные c6, чтобы поставить ферзя на b6 и провести c5. Ну, то есть, сочетание ходов прескверное. И задается вопрос, а что же готовил Ван Хао в течение года? Неужели он не мог закрыть каталон, который, в общем-то, является дебютом, наверное, номер один в данной ситуации, и на таких турнирах, как турнир претендентов, конечно, каталон могут сыграть абсолютно все, прошу прощения. Что же он готовил? Какую линию он готовил? Или он не готовил вообще? Что надо отметить? Какой же план здесь стоило проводить черным? Ну, безусловно, вопрос коней. То есть у белых сильная фигура на e5, с которой нужно было бороться любыми способами. То есть есть такое мнение, бытует такое мнение гроссмейстерское, что как только фигура противника пересекает демаркационную линию, я прошу прощения, да, то есть середину доски, то ее стоит с ней бороться или поменять ее, ну, в общем, каким-то образом охладить позицию, подсушить и так далее. И тогда меньше опасности вам будет. Ну и здесь что можно было сказать? Можно было попробовать пойти конь d5 и просто-напросто f6, выгнать лошадь с e5.
такой топорный план, в принципе, очень крепкий. Вторая, более гибкая возможность, интересный был ход конь e8, конь d6. Конь на d6 тоже занимает прекрасную позицию, он работает как с полем f5, так и с полем e4. Ну и, в общем-то, конь, который на a6, потом может перебираться на d5. То есть два коня занимаются своими делами, а не одним и тем же. И вот этот конь на a6, он простоял всю партию, потом сделал пару ходов, и партия завершилась. Мы сейчас посмотрим. Итак, ферзь e2, c5. Белые сделали позиционный ход ладья d1. Потом пошла какая-то разгрузка. Да, и где-то здесь я, как это, под голоса комментаторов с разных каналов немножко прикорнул, как говорится, как часто у многих бывает, кто-то вообще засыпает по полной программе, да, но я как-то, как диванный эксперт, можно сказать, отвалился, и буквально через несколько, там, может быть, через полчаса я как-то оклемался и увидел ферзя на А8. Здесь я понял, что дела плохи у черных. То есть, было, ну, настолько все плохо, что даже и говорить нечего. То есть, черные не сделали ничего с конем на Е5, то есть, конь как был, так и остался. Пешка на А5 слаба, еще и поле на Б5 черные отдали. То есть никакой контр-игры у них нету, то есть позиция тяжелейшая. И давайте посмотрим, что было дальше. Гири сделал очень грамотный ход король g1. Можно было, наверное, сразу ферзь b5, но король g1 такой достаточно мощный ход. Конь b4, Ван Хау пошел, или как мы его называем, ласково называли, Ванечка, ферзь b5. Конь d5, потому что, ну, линию d надо как-то перекрывать, очень непонятно, как вообще дальше двигаться, пешка на опять, ферзь прикован к этой пешке, ну, еще из разумных ходов я бы, может быть, размышлял бы о каком-то варианте типа ферзь a6 и на взятие вообще ба. Но, опять-таки, такие моменты, как бы, которые, ну, белые могли бы и не меняться, могли бы усилить дальше позицию, ладью подводить и так далее. Ну, во всяком случае, хотя бы что-то. Ну, вторая идея у белых еще и конь c4, которую тоже нельзя забывать. Пешка на a5 плоха. И конь d5 сыграно было, взяли, ладья c1. Очень грамотно, последовательно и, честно сказать, позиция черных не очень приятная. Итак, Ван Хау здесь так и не разобрался в этой позиции. То, что он делал дальше, ну, вообще даже говорить слов нет. Итак, ну ладно, ход А6 еще ничего, хотя, забегая вперед, если бы он так хотел, мог пойти Ж6, если уж говорить о форточке. Итак, он сделал ход А6, гири зашел на седьмой ряд, теперь приковал ладью к защите пешки F7. И при случае уже в некоторых ситуациях может пограживать ход F5, ну скажем, после каких-то дополнительных ходов. Ну, черным просто заканчиваются эти ходы, посмотрите, нет полезных ходов, ладья прикована. Ферзь прикован на защите пешки b7. Но в любом случае черным надо было что-то делать. Что же сделал Иван? Он пошел конь f6. Ну, вот ход конь f6 не очень удачный. Вот был интересный ход конь b6. Вообще это сложный вариант. Поднять его за доской крайне непросто. И белый теперь играет ферзь d6. Нападают на коня. Пользуясь тем случаем, что на коне h4 последует b3. И конь окажется в западне. Но после ферзь d6 у черных есть ход ферзь d8. Очень конкретный, который допускает тактику, что самое смешное. Тактику такого формата, смотрите, конь f7. Кажется, что белые побеждают. Отвлекается ладья, но здесь черные съедают, перекрытие защиты коня. Король возвращается, ферзь e6. И теперь важный момент, надо правильный ход сделать. Король h7. Ферзь бьет b6, ладья f7. Связка, ладья бьет b7 и спасительный шаг на d1. Король g2 нельзя из-за шаха на d5, а на король h2 спасительный ход, опять-таки, ферзь f3. Все, я говорю о спасении. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, как вы знаете. И здесь вечный шах, черные спасаются таким вот образом. А на король h8, что самое интересное, ход, который сделали бы, наверное, все с закрытыми глазами, к сожалению, здесь это не хорошо, потому что после ферзь f3 будет ферзь d8 и ферзь d3. Шах, и белые уже побеждают. В общем-то, несложно. Итак, ну что же, давайте вернемся к партии. Партия Иван свернулся на f6. И после ферзь d6, опять-таки, полный контроль у белых. И здесь, видимо, ему причудил, что совсем его дела плохи. И сделал еще несколько потрясающих, конечно, ходов для уровня топ-шахматиста. Ну, даже нет слов. Ну, в таких случаях что нужно делать? Нужно менять слабости. И здесь одна из возможных таких вот идей была
ход ферзь c8. Ферзь c8, который пока не создает дополнительных трудностей, одновременно атакующий ход на b3 попробовать подменять пешки. Понятно, что у белых позиция все равно с большим перевесом, но при этом черные подменивают слабости, то есть у них становится меньше проблем. Надо помнить, что основная контр-игра черных заключается в открытом короле на g1. То есть им нужно каким-то образом приоткрыть какие-то линии. Возможно, где-то что-то отдать, но в нужный момент, естественно, и ворваться. Вместо этого сделал он ход g6, ход ужасный, совершенно ужасный ход. Гири сделал четкий позиционный классный ход. Любой человек с советским образованием его бы сделал. И после h5, король h2, еще один полезный ход сделал Ван Хау, ужасный ход. Король g7, еще один ход. То есть пассивная игра по всем фронтам. Не знаю, вот что тут партия, вот складывалось такое впечатление, что Иван специально делал какие-то пассивные ходы. Для чего он это делал, непонятно. Причем думал, как слон при этом. То есть это либо ужасная форма, либо что-то другое. Итак, ладья d8. Ферзь b2, спрятался здесь гиря. Прекрасное положение ферзя. Издалека он, мы видим, что король никогда ничего не сможет сделать. Уже угрожает вторжение на c7 ладьи. Ферзь b8. И здесь у Ван Хау было мало времени, и гиря ошибся. Гиря ошибся очень серьезно, на самом деле. И контроль сохранял ход ферзь c3, атакующий пешку опять и сохраняющий идеи вторжения на 7-й ряд. А он сыграл b4, таким образом дал хороший шанс на спасение. АБ. Ладья c4 выглядит, конечно, грозно, тем более под цветно. Вот кажется, что все, добираются белые, и это конец. На самом деле, прошу прощения, у черных здесь был спасительный вариант с ходом ладья d1. Ну, Иван проиграл каким образом? Он пошел b3, после ладья b4, ничего совершенно не сделал, попал в совершенно безвыходное положение и через три хода сдался. Совершенно полный разгром. Ну, партию, конечно, многие окрестили, и действительно она производит впечатление учебного примера. Но учебные примеры создаются в том случае, когда класс шахматистов чаще всего разный. Это можно сказать, как гроссмейстер показывает урок шахматисту с 2200, к примеру. Тогда действительно происходят подобные результаты. Ну, иначе как разгромом это не назовешь, но вообще просто очень слабая игра со стороны черных. Но что же было у черных? Какой же ресурс у них был? Как же они могли спасаться? Ну, могли они искать, точнее, спасение. Могли они спасение искать в активном. Надо было искать активную защиту. Ладья d1. И на ладье b4 играть ферзь d6, создавая угрозу ферзь d5. Ладья бьет b7, все равно ферзь d5. После ладья f7, король h6 начинает угрожать вторжение. Ну вот, есть интересный ход король g3, который позволяет создать такую вот мини-интригу. Ну, черным здесь ему вот такой вот ход спасает. Ладья h1. Очень красивый. Потом ладья h3. С последующим h4 и повторением ходов. Вторая возможность. Сейчас вторую, еще и третью вам покажу. Третью возможность. Вторая возможность, если белые бы забирали ферзем, тогда черные с этой стороны бы заходили. Вот такая у них была идея. Конь g4. И после взятия, опять-таки, ситуация бы обострялась. Сразу же не скажешь, как тут выигрыш или нет. У белых, конечно, перевес, но у черных, мне кажется, большие шансы на спасение. Ну и третий момент, который Иван тоже прошляпил, как говорится, после хода ладья b4. Опять-таки, был ресурс, связанный с ходом ферзь d6. Активный ресурс. На ладья бьет b7, ферзь d2. И вот этот вариант, скажем так, вообще совершенно спокойно можно сказать, что неплохой для черных исход. Вот, скажем, какая-то такая позиция, наверное, не худшая далеко. Или, скажем, вариант после ферзь бьет d2, ладья d2, ладья бьет b3. Тоже вполне себе ничего, потому что, скажем, после конь d5, ну, что можно сказать, партия, скорее всего, ничего просто завершается. Вот такие вот шансы имел Иван на спасение. Он прошел мимо всех шансов абсолютно в этой партии. Не сделал ни одного активного хода. Что имел он после дебюта за душой, совершенно непонятно. Что он готовил, непонятно. Но Агири забил гол совершенно заслуженно. Сделал свои точные ходы, но вот немножечко подпустил в конце, но это мелочи, это простительно.
Во всяком случае, он идет дальше, он преследует Яна Непомнящего. Болеем за Яна, смотрим Chess.com.ru. Успехов вам на черно-белых полях, ну и не только. Ну, а я с вами прощаюсь, ждем новых обзоров. Если я был слишком категоричен, простите, я тоже ошибаюсь, как и смертный любой человек. Ну и желаю интересного дня. В 13.00 начинается аналитика с гостями. И у нашей прекрасной Александр Костенюк и Евгений Домашевский очередной день с вами сегодня проведут. До новых встреч, пока!